областной ГАИ старшего центра. Здравствуйте. Удостоверение можно вашего развернутого видео? Конечно. Конечно, покажем. Что, деньги прячете там или что у вас? Перебинос Алексей Николаевич, да? Действительно, да. Областной ГИБДД. Цель, причина остановки. Профилактическое мероприятие. Нетрезвый водитель. Ага. И каким образом вы выявляете нетрезвых водителей, да, так или нет? Водители. Мы смотрим, трезвый водитель, нетрезвый. Ага. Как вы определяете, трезвый я буду или нетрезвый? Визуально смотрим. А, визуально так по не признакам, бывает. По признакам. Визуально не бывает, это же полицейский. Признаки опьянения есть. Ну, у вас, вы хотите какую-то процедуру со мной сейчас, в данный момент произвести? Нет, а вы меня зачем остановили тогда? С целью выявления, нетрезвого. Ну, вот выявление. Давайте выявлять. Зачем? Как зачем? Вы меня... Трезвый? Я не трезвый. Я не трезвый. Нет, я сегодня пиво пью. Бывали? Да, да. Бывали? Конечно. Ну, ничего страшного. Праздники. Я же вижу, что трезвый. Нет, я не трезвый. Запаха нет. Давайте про... Внешний вид у вас нормальный, адекватный. Адекватный? Да. А как вы определяете? По внешнему виду? Внешний алкоголь, вид, опьянение? Да. Странно, странно. Да? Товарищ, перебей нос. В 185-м административном регламенте так написано. Да? Да. Нет, в 185-м административном регламенте написано, если проводится какая-либо операция, мы должны ее провести так, как положено. Правильно? Например? Ну, сейчас составляйте протокол об отстранении управления транспортным средством. У нас по признакам опьянения. Нет, вы, если у вас проводится профилактическая беседа, товарищ, перебей нос. Смотрите, видите, написано, Вот у нас здесь есть бумажка вот такая, вот написано в ней. При отсутствии признаков опьянения водителю предлагается продолжить движение. А при наличии агрессивной реакции или неадекватной ответа на вопрос об употреблении алкоголя или запрещенных препаратов, нарушении речи, резком изменении окраски кожных покров, принимается решение проведения свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Понимаете? У вас нет признаков. Товарищ полицейский, я вот эту бумажку можно в туалете найти где-нибудь, понимаете? Ну, я же не знаю, что... Кем заверено? Что заверено? Командир батальона у нас заверил. Как фамилия командира батальона? Муравьев? Давайте полковник полиции, документы. Давайте составляйте протокол об отстранении управления. Я сейчас дежурную часть позвоню, если вы не поедете. Полицейский, вы куда? Ну давайте. Полицейский, давайте так до конца со мной доведем. Вы что уходите? Вы боитесь, что ли, со мной разговаривать? Нет, не боюсь. А что не бояться? Я работаю. Вы служите, работаете на заводе. Вы присягу принимали. Перебей нос. Вот так вот, значит, у нас. Выявляет. Те же самые лица, перебей нос, Майорчук, областной ГИБДД Саратовской области. Постоянные, так сказать, клиенты наши. Вот так вот нас проверяют. Сейчас позвоним в дежурную часть. Здравствуйте. Вас Иксанов Артур Радикович беспокоит. Здравствуйте. Тут меня остановили инспектора ДПС областного ГИБДД. Номерной знак, если я не ошибаюсь, 2097, ВАЗ 2115. Инспектор ДПС, перебей нос. Он утверждает то, что проводится профилактическая беседа, выявляет нетрезвых водителей. Он меня остановил, мне этого, или как-нибудь, он, не знаю, ответственного вызовите тогда сюда сейчас. Он не хочет проводить эту спецоперацию, он меня остановил, просто даже документы не посмотрел. Что он хотел, я не знаю. Ну, он что, посмотрел, что? Ничего он мне не посмотрел, может, что он хотел, мне ответственного, можно сюда вызвать на первую летку. Сейчас, подъедет. Спасибо, ждем. Так, ждем ответственного. Вот снова автомобиль тут 15. Здравствуйте, естественно. Очень приятно. У меня тут такая ситуация сложилась. Инспектор ДПС перебинус меня остановил. Говорит, что проводится какая-то спецоперация. Нетрезвый водитель. Вот. Увидев видеокамеру, он передумал мне документы просить. И убежал, так можно сказать. Вот я хочу, чтобы провели полностью эту спецоперацию. Как она должна быть? Или он врет, или почему на самом врет? Нет, ну если он врет, ну, спецоперация как должна проводить? Если он меня остановил, он должен меня повести на медицинское свидетельство. Я правильно понимаю?
Ну, он может вам предложить здесь. Ну, пускай, да, предложит мне. Хорошо, я... У вас внешние признаки есть алкогольное опьянение? Нету, правильно? Нет, я хочу, чтобы провели. Если он меня остановил по этому поводу... Вы же ориентируетесь в пространстве, правильно? Ну, возможно. А может, я не ориентируюсь в пространстве. Понимаете, как он мог определить, ориентируюсь я в пространстве вообще или нет, перебей нас. Это интересно. Угу. У вас документы есть на проведение операции, правильно? Да, конечно, я вам показывал. Показывал. Покажите мне еще раз, я не видел. Вы мне не показывали, вы мне так сдалека показали просто. А я визуально, так сказать. А, то есть вы не будете мне показывать, да? Нет, я вас могу указать ответственным и все. Давайте я посмотрю. Давайте и подтвержу посмотрю. Факт. Хорошо. Товарищ Перебинос, ну нельзя просто так же останавливать, правильно я так понимаю? У нас, согласно этой бумаге можно. А, можно? То есть бумага решает все, а закон нет, да? Конечно. О. Вот это данная операция проводится, трезвый водитель, по указаниям Министерства внутренних дел, именно департамента. Так что у нас тоже проводится. Не надо, чтобы он смотрел, это служебный пользователь. А что, боитесь? Да не надо смотреть, потому что нам это нельзя показывать. Нельзя? Да вы мне только показывали. Перебинос, вы уже заблуждаетесь. Я ее читал, я не показывал. Читали? Да. А какая разница, видите? Начальник штаба подтвердил, начальник. Число какое? 3 мая, все правильно. Все, работает на территории Энгельского района. С 20 до 6 утра 4. Я понимаю, это законно. Товарищ полицейский, а как вы определили то, что я трезвый? Перебинос. Трезвый водитель или трезвый? Нет, я не трезвый. Я не трезвый. Есть запах, есть запах. Я сегодня пиво пил, я же вам говорил. Товарищ Перебинос. А почему он документы тогда мои не хочет, не проверил, ничего? Он увидел камеру и убежал. Ну почему так? То есть сейчас можно всем водителям ездить с видеокамерой и ездить без документов, я так понимаю, да? Да он посчитал, что у вас, наверное, есть документы. Ага. Если у меня есть видеокамера, значит, у меня есть все документы, я не нахожусь в алкогольном опьянении. Так, мы что делаем? Пишем заявление или что? Давайте, давайте заявление напишем и поедем. Не будем вас задерживать, меня. Береги его! Ручка есть? Нету ручки. Тоже транспортное средство. Алексей 2097. Завсегдатый Перебинос и Майорчук. В городе Энгельс. Товарищ Перебинос, а почему вы документы не хотели мои в дальнейшем посмотреть после того, как вы меня остановили? Что-что? Для чего мне их смотреть? А, для чего? Ну вы меня остановили, для чего? Так вы документы смотрите, я вот за вами наблюдал буквально минут 30 со стороны. Вы всем документы смотрели, а мои не захотели посмотреть. Товарищ Перебинос, вы меня вводите в заблуждение. И не только меня, я ответственного. Ну потому что вы говорите, что документы вы не смотрите. Вы смотрите на визуальное состояние водителя, правильно? А, ну а почему мои документы не смотрели? Я вас не знаю, что. Чего мне на них смотреть? А что, может, меня лишили права управления уже? Ну, мы бы уже знали. Да, знали. Слагайте. Товарищ Перебинос, разрешите вашим транспортным средством, я напишу заявление. Нет, нет, не разрешаете? А почему? А потому что я работаю, а оно транспортное. Вы не работаете, вы служите. Дайте я к вам присяду, напишу. Нет, нет, нельзя. А почему? Потому что нельзя. То есть вы мне предлагаете на вашем багажнике писать заявление, да? Вы сможете в своей машине писать. Ну хорошо, напишем в своей машине. Так документы все, не нужны мои, да? Нет. А, не нужны. Все. Камера есть, и документы не нужны, да? Мои? Не, мои. Если видеокамера есть, то документы не нужны. Я так понимаю. Да мне они без камеры не нужны, ваши документы. А, без камеры не нужны? Нет. Ну все. Будем теперь без документов ездить. Раз. Ага. Ждите. Не дождетесь.
заявление сейчас писать будем. Дальше ответственно. Я можно напишу нашему багажнику заявление? Да, пожалуйста. Да? Так. На Егорова писать, да, это куда? Ну да, что, на начальнику территориальности. Угу. Начальнику моего МВД Энгельска. Полковник полиции. Игорь Николаевич Егоров. Мы знаем. Вот наши написали заявление. Да, да, все готово. Все, сейчас я бежу в МЧС, зарегистрирую. Ага, все, зарегистрирую, да, это страховка. А, это моя страховка. Все, зарегистрируем, ну и начальник отпишет. Ага, все, спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Товарищ Перебинос, можно вопрос вам? Если второй раз просто так меня остановите, не посмотрев документы, я напишу на вас второе заявление. Предупреждаю просто вас, хорошо? Все, до свидания, спасибо вам. Приезжайте еще. Приедем. Ну, вы же нас приглашали в прошлый раз, я так понимаю. Помните? Надеюсь, мы с вами еще встретимся. С вами очень приятно вести дело. До свидания. Радует. Что? До свидания. Только что областники останавливали. Все, поедем дальше.